Купалов Виталий Сергеевич, работаю начальником автоколонны номер 3 в транспортном цехе. На самосвалах в зимний период используется зимнее топливо. Зимнее топливо дороже, чем летнее, в 2 раза. Я долго думал, как использовать летнее топливо, чтобы принести экономию предприятию. У нас стоит на самосвалах клапан на топливном баке. Пришла идея у меня обойти этот клапан, чтобы обратка шла у нас горячая в топливный бак, что нам дало бы температуру в баке. Переговорил с Николаем Геннадьевичем Михайловым. Николай Геннадьевич подумал и сказал: Виталий Сергеевич, давайте берем одну машину и проводим эксперименты. Проводили мы эксперименты в течение 5-7 дней. Машина зарекомендовала себя с большой температурой в топливном баке. Решили переводить все машины на летнее топливо. Перевели постепенно все машины. Машины отработали всю зиму. У нас теперь получается дает возможность работать при 35 минусах, при 40 будет градусов. Температура в баках нагревается до 70-80 градусов. Поэтому мы работаем в зимний период на летнем топливе.